видите, за ручку вам, конечно, на взлете нас немножко этими ручками прижимают, это ничего страшного, когда взлетим, все будет ровно. Хорошо. Смотрите, Татьяна, вот за эту ручку, ну, я думаю, что у вас с камерой ничего не получится, но я вынужден вас предупредить, красную ручку ни в коем случае не держать. Да, я слышала, что нельзя, Вам все понятно? Да. Все, какую-то одну ножку вперед. Давайте лучше все правую, а то у меня левая слабо. Я проверяю систему. Да-да, мы готовы. Корпус назад, ножку вперед. Сейчас дождемся оператора, можно расслабиться пока. Вань, а еще есть пассажиры? Все здесь? Да. А все здесь, да? Да, да. Супер. Таня, Таня. Потом будем буду летать самостоятельно. Ну да, так целый день с каждым кататься. Да, ну, мне нравится на самом деле. Да? Все приятно, конечно, новые люди, новые эмоции. Вообще классно. Никто в истерике не орет? Он отошел, он на минуту сейчас вернется ответить. Не, была пассажирка у меня. Я такого не видел еще ни разу, на самом деле. Я думал, у меня истерика случилась вообще. Ну что, ты кричать-то, я даже не успеваю парки подтянуть. Саш, тандем был, готов. Все, ножка вперед, корпус назад. Пошел. Даша, все, надо быть молодцом. Принял, поехали. Когда взлетим, ручки можно будет отпустить. Они только на взлете, на посадке надо держать. Хорошо. Стоим, стоим, Даша, стоим. Вот, молодец. Стоим, стоим, Даша. Прохладненько тут. Да-да, все, ручки в стороны поснимай. А то видео такое странное получится. Вот так вот. Да-да, вот так можно снизу, сверху. Крыло было видно. Там было настолько мне стрёмно, что я так... Все в порядке, я рядом. На всех видео у меня каменное лицо такое, и серии, что вот все. Ну, благо я не мексиканец, мы можем общаться, и все, отлично так все. Никто спрашивает, все. Все так неинтересно.
надо держаться. Да, на ножки сможем же. Да. Ну все. Под ноги. Я прикрываю. Бежим вперед. Все, Татьяна, ты молодец. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Классно. Так, давай я выключу. Ага. Санек.